Глава администрации Мурманска встретился с жителями Первомайского района, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы. Неизменными остаются вопросы о благоустройстве города, расселении из ветхого жилья, социальной поддержке. Такая форма общения с горожанами востребована у северян. Андрей Сысоев старается встречаться с мурманчанами как можно чаще. Он также проводит прямые линии и личные встречи. Зачастую, вы знаете, такой вот самый яркий пример, может быть, он сейчас вот очень такой злободневный. Начинается сезон ремонта дорог. И из года в год мы составляем график ремонта дорог по адресной, именно по просьбам людей, на какую дорогу нужно обратить первостепенное значение. Или, например, 18 марта 2018 году прошло рейтинговое голосование по реконструкции парков и скверов. 19 объектов. Их на самом деле значительно больше.